Здравствуйте. Последним временем на мой канал пришло много новых людей, но, к сожалению, вы почти не оставляете комментарии. Я с вами почти не общался, не знаю вас, и очень бы хотел это исправить. Также мне, конечно, приятно, когда меня поддерживают, пишут комментарии по типу «классно», «годнота», но самой большой поддержкой для меня это были бы комментарии с вашим личным впечатлениями, мыслями, что вызвало у вас видео, что вам понравилось, что нет. Я сам смотрю видео других авторов и, конечно, понимаю, что это не так-то просто, но все же. Мне этого бы очень хотелось. Забрасывать проект, если бы Гитлер победил, я никаким образом не собираюсь. Для меня это серьезный проект, потихоньку я доделаю сюжетную линию к 2000-м годам. Хоть и часто у меня выпускаются руки. Последние несколько месяцев были большой депрессией для меня, как для маппера. Я не видел много смысла делать этот самый маппинг и играл в Майнкрафт. Конечно, иногда в своих мыслях и мечтах я восхищался возможностями маппинга и был полон энтузиазма, но тогда на преграде стояла моя натура и лень. Я очень гнилой человек, если честно. Этот сезон будет последним. Я больше не вижу своей целеобразности в маппинге, но очень бы хотел вас спросить, если мои работы нужны зрителям, я буду делать качественно, вкладывать душу в видео. Маппинг все-таки мое хобби, я получаю удовольствие от проделанной работы. Так вот, такой вопрос, нужны ли они зрителям? Да. Ну что же, спасибо за внимание, до свидания.